Праздник нам приходит. Новогодний волшебник зажег огни на главной елке Нарьян-Мара. Традиционно ее установили на площади Марацей. В праздновании участвовали десятки горожан, в основном это дети и их родители. Дед Мороз поприветствовал сначала всех, а затем дал старт новогодним праздникам. Чтобы зажечь огнями главную красавицу, на площади собралось более 500 девчонок и мальчишек. Они не просто стояли и ждали, а сами зажигали в танцах. А ты у Дедушки Мороза что попросишь на Новый год? Я елочку зажарю. Елочку? Да, и головоньки. А ты знаешь, сегодня будут зажигать елочку? Да? Ага, молодец. А потанцуй еще, как ты умеешь танцевать. Молодец. Дедушка Мороз зажигательными танцами остался очень доволен. После общего хоровода вместе с детьми он провел главный праздничный обряд. В этом году 25-метровая зеленая красавица одета в новое убранство. Более 300 разноцветных огней и десятки метров гирлянд будут радовать горожан до конца января. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».